Всем привет! С вами я, Тень, и сегодня я тестирую Медузу в игре Pixel Gun 3D. Но сначала не забудьте поставить лайк под это видео, а также не забудьте подписаться на мой канал. Каковы же особенности этого оружия? Дело в том, что в галерее ее обменять нельзя. Это я уже раз 100 проверял, и ничего не вышло. Ну а второе, это то, что оно находится в категории тяжелое, что очень странно довольно. Нет бы, чтобы в категории основной, а то сразу в тяжелом. Но зато есть небольшой урон по зоне, да и вдобавок радиус имеется хоть какой-то. Ну а какие же минусы этого оружия? Как добавили эти миниганы, так и пошли проблемы. Но это уже не моя вина. Это все дело разработчиков. Я тут уже ни при чем. Нет, ну и это еще не все. К тому же у этой пушки урон слабый. Я даже не знаю, со скольких выстрелов убивает. Ну, точно с 10 патронов не убьет. А что вы хотели? 4 змеи и противник дохлый? Нетушки. Тут даже 30 патронов, наверное, не хватит. Ну, это наверное. В общем, пушка так себе. Только 4 звезды. Ни дальше, ни ниже. Ну, а как еще? Некоторые легендарки могут и заслужить 5 звезд. Конечно, это бывает редко. А что тут еще можно добавить? Вроде я все сказал. Все по правде. Ах, ну так и знал, патроны закончились. Ладно, придется в рукопашную, найду патроны, тогда буду стрелять дальше. А где патроны? Где патроны? Кто-нибудь уничтожьте меня! Я не собираюсь помирать сам, уничтожьте меня! Только не поддавайтесь. Кто-нибудь, но одолжите патроны. Ну, никогда такого не было. Все-таки снимал, не было такого, что патроны прям вот рух, и пропали на целую минуту. Да, какой-то беспредел полный. Так, стоп. Там же патроны были. Вот же я слепой. Заговорился совсем и не увидел патроны. Вот дайва. Обычно я всегда беру патроны. Ладно, всех благодарю за просмотр этого видео. Не забывайте ставить ваши лайки и не забывайте подписываться на мой канал.